Сегодня Ульяновск посетила делегация из Армении в рамках партнерского соглашения. На утренней встрече губернатора Сергея Морозова с губернатором Шаракского Марза Республики Армения Авсепом Симоняном были обозначены стратегии дальнейшего сотрудничества дружественных регионов. Губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов отметил, что мы будем сотрудничать во всех сферах, и в культурной, и в социальной, и в гуманитарной, и в сфере высоких технологий, и в экономической сфере. Шаракский Марз – это аграрная территория Армении. Соответственно, мы рассматриваем возможности сотрудничества в этой области. Ульяновская область в тесных отношениях с Шаракским Марзом с незапамятных времен. Обмен опытом, инновациями и практиками с нашим регионом армянская делегация поддерживает с большим энтузиазмом. Наше сотрудничество началось с 2009 году. Ну, в основном сейчас у нас идет культурное, в области культуры, образования. Ну, мой визит хочу, чтобы завершать, чтобы мы могли и по области промышленности, и агропромышленности что-то делать. В рамках деловой поездки гости посетили Ишевское кладбище, где возложили цветы к могилам летчиков, погибших в 1989 году при выполнении полета с гуманитарным грузом для пострадавшего от землетрясения братского народа Армении. Позже делегация нанесла визит в Ульяновский институт гражданской авиации, где гости осмотрели учебные классы и полетали на самолете в симуляторе. Юлия Дегтярева, Павел Макаров, новости Ульяновской правды.